Основные темы этого выпуска. В Чикаго возможность в приоритетном порядке проходить тестирование на наличие коронавируса предоставлена медработникам и сотрудникам, находящимся на передовой реагирования. Власти Сингапура аннулировали паспорт гражданина, нарушившего условия самоизоляции. По данным ЮНЕСКО, более 160 стран приняли решение о закрытии учебных заведений. А теперь подробнее. Оставайтесь дома. За последние сутки в материковой части Китая от коронавируса скончались 4 человека. Выявлен 31 новый случай заражения, 30 из них – ВОЗные. Зафиксировано 322 выздоровевших пациента. В общей сложности в стране выявлено 723 ВОЗных случая заражения. В больницах находится 630 человек. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое. Всего от болезни излечили 75 770 человек. Зафиксировано 3304 летальных исхода. В провинции Хубэй очаги эпидемии за сутки не выявили ни одного нового случая заражения, в том числе и в Ухане. Из больниц выписаны 317 человек, 315 в Ухане. Зарегистрировано 4 летальных случая, все в Ухане. В Южной Корее за сутки зафиксировано 78 новых случаев заражения и 195 выздоровевших. Общее число зараженных возросло до 9661 человека. Скончались уже 158 человек. Уровень эпидемиологической угрозы в стране поднят до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукту остаются особыми зонами бедствия. Начало занятий во всех школах и дошкольных учреждениях перенесены. До 5 апреля жители призывают лишний раз не покидать свои дома. В стране закрыты спортивные, развлекательные и религиозные учреждения. В Италии число погибших от коронавируса за сутки возросло на 756 человек. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в стране составило 10 779 человек. Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло почти 97 600 человек. С 10 марта по всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещение граждан между различными населенными пунктами и в их пределах, за исключением случаев особой необходимости. В Испании число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 838 человек, превысив отметку в 6500. По состоянию на 29 марта в стране зарегистрировано 78 797 случаев заражения, зафиксировано 6528 летальных исходов. В тяжелом состоянии находится 4900 пациентов, излечившихся 14 700 человек. Только за минувшие сутки выявлено 6500 новых заражений. Таким образом, число активных случаев составляет 57 500 человек. По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. В больницах Франции все еще остаются почти 20 тысяч человек, заразившихся коронавирусом. Состояние 4632 человек оценивается как тяжелое. В период с 1 марта от болезни скончались порядка 2606 человек. Всего от болезни излечились 7132 пациента. По последним данным, в стране в общей сложности зафиксировано 40 174 случая заражения. США с начала распространения COVID-19 провели более 894 тысяч анализов. Страна по количеству заражений уже опередила Италию. По данным университета Джона Хопкинса, количество подтвержденных случаев заражения в Соединенных Штатах превысило 137 тысяч человек. Более 2400 пациентов скончались. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемии. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. За последние сутки в мире коронавирусом заразились 63 159 человек, скончались 3464 человека. Равшан Ильясов, CBC. Оставайтесь дома. В Чикаго сотрудникам, находящимся на передовой реагирования, а также медицинским работникам предоставлена возможность в приоритетном порядке проходить тестирование на наличие коронавируса.
Пандемия значительно увеличила нагрузку городской системы здравоохранения по лечению COVID-19. В связи с этим на окраине Чикаго был образован испытательный полигон, которым управляет Национальная гвардия Иллинойса. Полигон может обрабатывать 250 тестов в день, причем приоритет отдается сотрудникам с потенциальной угрозой заражения коронавирусной инфекцией. Все наши сотрудники измеряют и регистрируют температуру тела каждый день в начале своей смены. Таким образом, мы знаем, что они, по крайней мере, на данный момент не имеют симптомов коронавируса и могут продолжать работать. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса скончались более 2400 человек. Число зараженных превысило 137 тысяч. По числу заболевших США занимают первое место в мире. Оксана Белиева, CBC. Оставайтесь дома. В Сингапуре впервые принята наиболее жесткая мера за нарушение условий самоизоляции. Власти аннулировали паспорт гражданина, который приехал в Сингапур из Индонезии 19 марта. И несмотря на требования обязательной 14-дневной самоизоляции, в тот же день вновь поехал в Индонезию. 24 марта он вернулся в Сингапур. В управлении по вопросам иммиграции заявили, что, учитывая умышленное нарушение, паспорт гражданина аннулирован. И дело направлено на рассмотрение Министерства здравоохранения. Теперь нарушитель не может выехать за границу, но остается гражданином Сингапура. Нарушителям условий самоизоляции в Сингапуре грозит штраф в размере 10 тысяч долларов или тюремное заключение до 6 месяцев. В некоторых случаях последует оба наказания. Также наказание в виде лишения свободы будет применяться в отношении граждан, намеренно нарушающих запрет на вступление в социальные контакты. Оксана Велиева, CBC. Оставайтесь дома. Более 1,5 миллиарда учащихся по всему миру не посещают школы и вузы из-за введенных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО. По данным организации, более 160 стран приняли решение о закрытии учебных заведений. Это коснулось более чем 87% от общемирового числа учащихся. Другие страны осуществили локальные закрытия школ и образовательных учреждений. По состоянию на 30 марта меры по закрытию образовательных учреждений в разных странах коснулись в общей сложности 1534 миллиардов учащихся в 184 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемии. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. Равшан Ильясов, CBC. Оставайтесь дома. Японская компания Toyota Motor продлила приостановку выпуска автомобилей на своих заводах в Европе из-за распространения коронавируса, как минимум до 19 апреля. Компания отмечает, что речь идет о предприятиях в Португалии, Великобритании, Польше, Чехии, Франции и России. Кроме того, японский концерн ранее частично остановил производство на заводах в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. 18 марта под эти меры попали 7 заводов Toyota Motor, промышленная площадка во Франции, по 2 завода в Великобритании и Польше, а турецкое производство Toyota встало с 21 марта. Кроме того, 19 марта свернуло деятельность совместное производство Toyota, Peugeot, Citroën в Чехии. Ранее компании Honda и BMW объявили о временной приостановке производства на заводах в США и Европе. Глава совета директоров BMW Оливер Типса заявил, что компания хочет защитить своих сотрудников и их семьи, поддержать общество в борьбе с вирусом, а также скорректировать уровень производства в условиях, когда спрос на автомобили, как и многие другие товары, существенно падает. О приостановке производства в Европе заявил целый ряд автопроизводителей, в том числе Volkswagen, Fiat, Chrysler, Renault, PSA, Daimler и Ford. Оксана Велиева, CBC. Оставайтесь дома.